Шикарно, не правда ли? Ну а мы продолжим. Согласитесь, часто бывают ситуации, когда вы немного захворали и, отправляясь в больницу, по дороге решаете забросить удочку. Так вот, друзья, найдено лучшее место в Кировской области, где можно по дороге в больницу порыбачить. И место это расположено в Стрижах. Видеоролик прислал нам как раз такой отправляющийся подлечиться рыбачок. Вот это у нас такие дороги в Стрижах. Глубиной полметра лужи. Как тут не рыбачить? Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй!